сегодня мы прокачаем такое пианино. Мы сюда ставим два динамика примерно вот таких. И посмотрим, как это все будет флексить. Значит, я уже открутил все болты. И мы видим кучу пыли. У нас есть два динамика. 1,28 Ом. Две штуки. Плата усилителя. Плата с головой всей. И разъемчики. Вот наш бас-рояль готов. Два динамика, твиттер, усилитель, преобразователь, кнопочка со светодиодом, ну и контактики на аккумулятор. Оттуда будут выходить два контакта на аккумулятор. Аккумулятор будет где-то стоять, я не знаю где. Ну, короче, погнали собирать его. Ну что, наш рояль готов. Нужно только к нему сделать аккумулятор и отправляться на тест. Oh,
Колин Фразер. Ну что ж, наша бас-пианино пришло в негодность. Выдираем всю электронику и забираем себе. Ну а вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите мне любимые комментарии. Всем удачи, всем пока. С вами был Мишка Бас.